Всем доброго дня. Начинаем рассаживать свою рассаду, но вот обратите внимание, среди крупной большой рассады попадается забитая, слабенькая. Что же мы сейчас будем с ней делать? Конечно, выбрасывать мы такую рассаду не будем. Все себе оставим на запас. В случае чего можно всегда продать, либо выбросить, если вдруг она нам не пригодится. Схожесть у томатов не очень, как говорится. Есть и хорошие, есть и вот такая мелочевочка дохленькая. Вот 64-я ячейка. У меня получилось 10 малюсеньких осталось. И 8 вообще, которые не взошли. Вот и думайте, иметь или не иметь запас. За все время пикировки вот один мальчик попался. Я уже думала, такого не встречается. Нет. Вот он красивый стоит. Мальчик, он и в Африке мальчик. В некоторых ячейках схожесть просто замечательная. Вот так вот пересадила, в одну сложила. Получился запас. Так что все пригодится, все в дело.